Это тот самый день, когда инспектор не спрашивает удостоверения, и официальный тон общения сменяется на поздравительный. Самарским автоледи и пассажиркам сегодня вручали цветы, шоколад и наборы сладких пончиков. Канун 8 марта – это повод показать, что даже когда мужчина в униформе, они с трепетом и любовью относятся к женщинам, а итоги рейда несут только положительные эмоции. Очень приятно за внимание. Ну, а пожелание? Ну, чтобы меньше было на дороге несчастных случаев. Вот, чтобы мужчины более элегантны были, а то бывает, что и подрезают. Цветами и сладостями сегодня полицейские щедро одаривали всех самарских водительниц. На остановках помощники и юниоры встречали женщин поздравлениями. Фото на память с букетом и хэштегом «Цветы для автоледи». Женщин, которые управляют автомобилем, с каждым годом становится все больше, как уверяют госавтоинспекции. Анекдоты про блондинок за рулем больше не актуальны. Как показывает у нас практика, статистика, девушки за рулем, они более аккуратные, вот, более внимательные и по статистике нарушают гораздо меньше правил дорожного движения. Женщина за рулем сегодня привычная картина, хотя еще 20-30 лет назад их было не так много. Права получают почти все девушки по окончании школы. Впрочем, в этот день поздравления звучат в адрес всех женщин. Поздравить прекрасную половину телекомпании ГИС «Самара» с Международным женским днем, с днем весны, с днем любви, с днем красоты. Оставайтесь такими же очаровательными, привлекательными, любимыми. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.